селе Алагулово каждый год в этот день вспоминают нашего земляка, капитана-лейтенанта Рашида Аряпова, погибшего на подлодке «Курск». На митинге памяти присутствовали заместитель председателя законодательного собрания Игорь Тихонов, представители Меликесского района, администрации села, жители и родственники Аряпова. Для нас день памяти, день скорби. Каждый год приезжаем обязательно. Спасибо всем за то, что помнят, за то, что не забывают, за то, что приезжают, собираются. Минутой молчания собравшиеся почтили память о земляке и всех моряках, погибших на Курске. К памятнику всем защитникам Отечества, установленному у поселковой школы, возложили цветы и траурную гирлянду. Такие люди, как Рашид Аряпов, они как раз и позволяют нашей стране своей жизнью, своей службой, своим подвигом, своей гибелью, к сожалению. Но они позволяют нашей стране таковой быть. И наши дети должны брать именно с них пример. А чтобы с них брать пример, их нужно помнить, их нужно чтить, нужно вписать их в историю нашей родной Меликесской земли. Наталья Васильева, Татьяна Елисеева, Константин Белов. Наше время.